Итак, чебак, разделка. Ну, естественно, самое вкусное, плавнички. Мы их убираем. Дальше. Срезаем ему голову. Так вот, аккуратненько внутренности забираем. От хвоста или от головы, в принципе, без разницы. Делаем вот такой вот надрезик. Вот это вот не выкидываем, тут много мяса. Вот, посмотрите. Вот это все, естественно, надо кушать. Также с брюха тоже срезаем такую же полосочку. Поддеваем с головы. Почему показываю раздел? Потому что ну, некоторые прям, блин, как классно. Я не знал. Я тоже до этого не особо уделял этому вниманию. На самом деле, когда показываешь, потом, ну, я сам смотрел, сам пользовался, и это очень удобно. Вот так вот шкурка отходит. Далее мы отделяем его от спиной, от хребта. Вот у нас спина уйдет. Реберная часть. Так, здесь у нас косточки убираем. Кстати, вот именно у колымского чебака, в отличие от белогорского, блин, икра, конечно, прям гораздо интереснее. Да и сам чебак, он другой. Другая кормовая база. И он, ну, он считается ценнее, его не так просто купить. Рыбаки его не продают в замороженном виде. То есть нельзя приехать там на Колыму и сказать там, а давай мне там пару тонн. Хренушки. Не продадут. Вот они продают его только вяленый и только штучно. Фасоль он отличный. Ну все, вот она разделочка. Так что вперед к нам на сайт.